Шоу «Мафіозні вечірки», як завжди, вражають своїм шаленим драйвом та кількістю артистів, які відпочивають, а заодно і виступають щосуботи у клубі «Сорі, бабушка». Діма, Діма Каліденка. На шоу «Мафіозних вечірках» завжди збирається багато артистів, щоб добре відпочити і розважити присутніх. А ще вони дуже люблять попіаритись і вигадують для цього різноманітні фішки. Чтобы засветиться, нужно просто сделать, мне кажется, какую-то глупость. Все зависит от воспитания и восприятия к жизни самого человека. Кто-то может взять, записать на видео, как он режет вены, выбросить в YouTube и стать резко популярным. Здесь непредсказуемый рецепт на самом деле. Я не готов на глупые какие-то подвиги. У меня есть своя ровная линия, моя стратегия, мое какое-то понятие к жизни. А время само даст о себе знать. Я могу вам сказать, что Мадонна, она всегда занимается пиаром. Я недавно была на ее концерте в Вене, и это было просто такое шоу. Там она показывала свои части тела, то есть это ее образ, и она этим пользуется. И я считаю, это круто, это большой пиар. Я не концентрируюсь на каком-то одном образе, я ищу себя и, надеюсь, найду то, что мне действительно понравится и что будет действительно по душе. Для того, чтобы быть популярным в Украине, именно в Украине это важно, в Украине, нужно быть бездарью, не иметь слуха, не иметь музыкального образования. Вот и, как мой гитарист, например. Да, и при этом иметь финансовое обеспечение. Для того, чтобы быть популярным, нужно быть эксцентричным, неординарным, фриком какой-то степени. Минимум, и как минимум гитаристом группы Гаджеты. Ой, да я думаю, прежде всего талантливым нужно быть человеком. Там, мочи не мочи, если ничего в человеке нет, и не дано ему, значит ничего не получится. Ну, мне нравится то, что происходило в жизни у Майкла Джексона. Но это нельзя назвать пиар-выходкой, конечно, то, что поменял цвет кожи. Это просто реально что-то из эпатажных штук, да. То есть Мадонна хороша в этом. Леди Гага мне совершенно не нравится. Абсолютно ее творчество, мне кажется, оно безобразно. Ось так відриваються артисти по суботам у клубі «Сорі, бабушка». Тож і ви не прогавте шоу «Мафіозну вечірку», щоб відчути неймовірний драйв і шалені емоції.